Всем привет. Ну что, сегодня четверг, и мы сегодня идем есть национальное блюдо фанеска. Да, продолжается Семана Санта, поэтому пойдем пробовать национальное эквадорское блюдо. Ну что тут у нас? Вот так вот выглядит фанеска. Фанеска, да. Кстати, шарики это Ульяна разгадала. Это тесто. Ну что, пасхальная неделя подходит к концу. И завершается это все мероприятием под открытым воздухом. Спонсор виски, водка. Водка-русок. Водка-русок. Ну что, пока танцпол разогревается, мы решили пройти в центр, посмотреть, как там гуляния проходят. Пойдем, пройдемся. Ну что, Коня, как проходит неделя у вас? Все нормально? Как Пасху отмечаете? Как Пасху отмечаете? Ну что, пойдем посмотрим, что там у нас в церкви происходит. Мне кажется, я слышу музыку.